Мужчина не обязан делать вас счастливыми. Женщина всегда даст мужчине понять, что он ей нравится. Мне очень нравится, когда мужчины начинают рассуждать на тему: «Но это же просто был секс». Свадьба случается тогда, когда решает женщина. А влюбленность, ну, я считаю, это божий дар. Твой мозг расшифровывает женский голос тем же центром, которым он расшифровывает музыку. Почему говорят, что женщине нужна женщина? А кто все-таки должен извиняться первым в отношениях? На самом деле это большой миф, что все мужчины изменяют. Глупости все это – сохранять отношения ради детей. И он понятия не имеет, что вам страшно, когда он молчит. Если мы не столкнемся с человеком, который нам не подходит, как мы узнаем, кто нам подходит? А вот попробуйте попасть в какой-то форс-мажор. Например, совместное путешествие. Но зато через запах вы можете вспомнить абсолютно все. И если изначально идет несовместимость по запаху, ничего у этой пары не получится. Он может только усилить то, что у вас есть, но он не может вам дать того, чего у вас нету. Если в ваших отношениях появился сквозняк, значит, между вами достаточно места, чтобы туда просочился кто-то третий. И это позволяет выходить из любого кризиса. Выбирай сердцем, но воплощай мозгом.